подписчикам его канала. Зовут меня Алина, я мама двух взрослых детей, старшая дочь у меня учится в университете, а сын в 10 классе. Мой рост 1,77 м, а вешу на данный момент 62 килограмма. Живу я в Украине, в Донецкой области, в городе Инакиево, как раз там, где сейчас идут военные действия. Поэтому заниматься иногда приходится не под музыку, а под звуки тяжелой артиллерии. Ну да ладно, мы уже к этому привыкли. К сожалению, приходится к этому привыкать. Как я попала к Егору на канал? К нему я попала благодаря своему мужу, который, в общем-то, давно уже изучает спортивных блогеров самых разных. Ну, естественно, я его как бы там не слушала. Я была уверена, что у меня все с этим в порядке, и мой тренинг, в принципе, меня устраивает. Но он устраивал меня до одного момента отсутствия результата в определенных местах. Я подумала тогда, что мне нужен инструктор, который меня спасет, который мне все расскажет, разложит по полочкам, и у меня не будет болеть голова над составлением тренировочного процесса. Я с ним позанималась 8 месяцев и думала, что то, что он мне показывал, мой инструктор, этого мне будет достаточно. Вот. Но, тем не менее, все равно знаний катастрофически не хватало, потому что чем дальше углубляешься, тем больше понимаешь, какая пропасть разделяет тебя, можно сказать, дилетанта по сравнению с профессионалом. Муж сказал, убедил меня, чтобы я обязательно посмотрела ваш канал. И когда я, конечно, посмотрела, я увидела, что действительно вообще я неправильно тренировалась, и даже мой инструктор меня неправильно тренировал, потому что системы никакой, собственно говоря, не было. Не было никакой базы, и из того, что вы называете базой, основой, то есть в моем тренировочном процессе вообще не было. Я не приседала со свободной штангой на плечах, я не делала вообще становую тягу, я не отжималась от брусьев, ну и так далее. Вот. И как я только увидела это все, я, естественно, все начала внедрять в жизнь. И, в принципе, когда я начну рассказывать по поводу своей этого тренировки, я на это обращу внимание. За этот канал я ухватилась как за соломинку, начала все изучать, начала читать статьи, начала просматривать видео, начала детально просматривать сам процесс выполнения упражнений всех, и, соответственно, стала это внедрять в свои тренировки. По поводу тренировок. Я приседаю со свободной штангой 40 килограмм, 5 подходов по 10 раз. В последнем подходе я могу присесть 8 раз. Становую тягу я делаю тоже 40 килограмм, 3 подхода. Гравитрона в зале у нас нет, поэтому подтягиваюсь я в снете. На свободных руках я пока это еще делать не умею. Но я надеюсь, что это дело времени. Отжиматься в брусьях я тоже не умею, потому что об этом я прочла вот только 1,5 месяца назад и начала это пытаться делать. Отжималась я все время от скамьи. Для груди делаю упражнения, отжимаюсь от пола и жим штанги лежа с весом 25 килограмм. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь попасть в заветную группу Егора. Всем подписчикам и зрителям канала всех благ, всем пока!